А откуда у тебя деньги взялись, что ты проводнику сунул? Так и я кур продал. Что ты несешь? Каких кур? У тебя в жизни кур никогда не было. Вань, так я этот... Ты только не ругайся. Я твоих продал. Моих? Ну а шо? Я подумал, да они все равно передохнут за месяц, пока я тут. За месяц? Вань, ну ты такой смешной. Ну на курорт на неделю ехать, только Бобика дразните. Ваня посадит. А хорошо, хорошо. Слушай меня внимательно, курортник. Забираешь свои оклунки и вместе со своим Бобиком назад в кучу гуры. И чтоб к моему приезду куры были. Хоть сам яйца высиживай, понял? О, ну что, расстроился.